Так, вот играю в Path of Exile. Че, достаточно давно не играл в эту игру и опять решил поиграть. Выполнил квест с Магелланом. Так, ну сейчас я прям вот, я не знаю, кто играет в эту игру, он в принципе поймет, ему особо объяснять не надо, да? А кто в нее не играет, наверное, и смотреть неинтересно будет. Сейчас я покажу вкратце свои скиллы. Вот тотем. Видите, усиленный удар и массовый урон. И плюс у меня модификатор огня, видите, вот на автоатаках. Вот, в принципе, это все, что нужно знать о моем билде. Играю, оп, новый уровень. Играю, так, играю дикарем. Вот у меня тут 1089 брони, то есть на броню, да, собираюсь. 747 хп, щит у меня на единичку. Собственно говоря. Вот, ну я там в описании под роликом еще кину ссылку, да, на мой, вот, на мой персонажа, вот. Я не особо эксперт в этой игре, как бы относительно недавно начал играть. Только какой там 36 уровень. Так, ну в основном у меня на массовом уроне как бы основан. Да, то есть у меня отхил идет за каждого задетого врага. Так, капитан Магеллан. Принес я ему то, что он просил. Уже не, уже это не самый прелестный фрукт из возможных. Так, ты так не думаешь, сливу я ему принес. Удивительно, ничто не связывает две души крепче, чем убийство. Только по этой причине я знал, что на тебя можно положиться. Я же его убил когда-то, Магеллана. Итак, пора приготовить стаканчик волшебного напитка. Из материально она становится... Короче, готовит он сок какой-то. О! Можно выбрать награду. У меня кольца все хорошие, я не знаю, я не собираюсь их заменять. Так. Маны, ХП у меня всего хватает. Блин, я не знаю, ну, ч-ч-ч хрен знает, если честно. Короче, на ману кольцо возьму. Тост. За скорый конец, новое многообещающее начало. Ты, наверное, предпочитаешь отвернуться и не видеть, как я глотаю это лютое пойло. Смотрите, видите? Сфидел, да? Я... Вот и все. Я ему сок принес этому чуваку, этому Магеллану. Так. Очко пассивных. Ну вот. Видите? То есть я краткий обзор про эту игру делал, можете у меня на канале посмотреть, я не буду объяснять. Да, тут огромное дерево, вот я ни в одной игре не видел такого, да? Да, прикольная игра, Path of Exile, то есть она даже сложнее World of Warcraft какого-нибудь, да, под в этих всех древах навыков. Так, я вот думаю, так, чтобы прокачать. ХП или броню, я вот могу... Я могу ХП сейчас, да, вот увеличить, а могу броню. Могу вообще вампиризм даже прокачать. А, гнездо для самоцвета мне нужно, у меня же самоцвет есть. Давай тогда вот это плюс 10 к силе качну. И потом гнездо для самоцвета, да. По сути, у меня 1100 брони почти, то есть мне похуй, меня даже не пробивает никто. Ладно. Короче, показываю. Акт 3 у меня. Имперские сады. Сейчас я расскажу. Персть, господин, у меня квест. Прямо сейчас Верховный Жрец, Владыка, проводит эксперимент на верхней площадке Перста Господня. С помощью ключа веры отоприте вход. Найдите, убейте Владыку. Вход в башню находится в имперских садах. Видите, мне надо вход в башню где-то тут найти, а я не могу найти. Ладно. Вот так. Оп, сразу три камня прокачал. У меня все, у меня и камни поддержки, и видите, и скиллы. У меня, по сути, все есть, что надо. Вот у меня амулет охуенный есть, у моей завлекатель. Лагерь Эбонового легиона. Нет, мне туда не надо. Я оттуда пришел. Правильно? Да, я оттуда пришел. Блин, я заблудился. Вот бесит, что нету, ну, полной карты, да?
То есть ты идешь и открываешь карту, а полной карты нету. Ты хуй знает, куда идти. Куда не идти. Да, конечно, мрачная игра такая, Pass of Exile, да, ну. Вот, могу показать мою амуницию, броню. Вот такая вот. Катерина там, я уже выполнил ее квест. Оп. Вот, у меня есть плюс 50 брони. Мне скилл дает. Прыжок у меня вот такой есть. Тоже много дамажит. Ну, хилки у меня, видите, там по 1000 хп, по 1500 хп восстанавливают. Оп. Так. Оружие мне навряд ли тут хорошее выпадет. Оп, тотем. Тотем надо не забывать устанавливать. Он, по сути, всех ваншотит почти. Тоже надо привыкать к новым скиллам. Я только вчера вот этот тотем установил себе. Так, можно камень повысить. Видите, плюс у меня пассивное умение, как у Акса. Крутилка. То есть у меня есть шанс крутануться и врагам вокруг урон нанести. Опа-на. Кстати, когда я рядом с тотемом нахожусь, я больше урона наношу. Такая фигня. Обезьяна тут. Черт, опять я в тупик пришел. Не знаю, как я сказал, не знаю абсолютно, куда идти. Дикобразы какие-то. Так, повышаем уровень камня. Ну такая на самом деле игра. То есть, если ты в нее не играешь, да, то со стороны кажется, что какая-то херня, да, на самом деле. То есть, конечно, если кто в нее не играл, наверное, особо интересно и не будет это смотреть. Опа-на. Заколдованные враги. Ну видите мой тотем, как разделывается с ними. Блин. Но мне по сути подбирать ничего не надо, у меня и так броня пиздатая. Сфера алхимии. Вот хз, вообще хз, куда бежать. Просто тупо бегу, зачищаю карту и все. Да, тотем пиздец дамажит. Я думал, тотем будет меньше урона наносить, если честно. О! Я угадал? Да. Все, я угадал, вот оно. Вот оно, запертая дверь. У меня как раз ключ от нее есть. Я еще открыл локацию, библиотека, но мне библиотека не нужна, локация. Ладно, гоу. Поднимитесь на верхние этажи перста Господня. Короче, тут босс сейчас будет. Вот. Ну, давай, беги. Хули ты не бежишь? А, перст Господень. Тут сейчас будет босс. Ну, на верхних этажах. Как я из описания квеста понял. Я как бы, как я уже сказал, я не особый спец по этой игре, я в первый раз вот, ну как бы, прохожу, то есть не по второму кругу, да, квесты выполняю. Поднимитесь на верхние этажи, там босс будет на верхних этажах. Придворный волшебник, вечная статуя какая-то. О, новый персонаж какой-то. Эльпидон, мастер преданий. Бля, иди нахуй. Иди нахуй. А чё? А, защитите реликвию. Мне тотем поможет. Защитите реликвию квест. Блин, я даже не успел описание квеста прочитать, на меня тут же напали. Бля. Пиздец тут месило. Ну да, это вообще сама по себе такая игра.
Я даже не успел опомниться, а как мне уже квесты дали. Пиздец. Видите, я по мане не проседаю, по сути. У меня все скиллы дешево стоят. Отлично. Да возликует отец наш. Чувак сказал, чтоб я его на заставили винного сердца нашел, ну окей. Да, это акт третий, я так понимаю, это конец акта третьего, видите? Застава львиного сердца, это уже следующий акт четвертый, мне кажется. Да, это последний босс, получается, этого акта. Блин, я бы еще хотел рюкзак увеличить, на самом деле, чтобы больше вещей таскать. Но я так понимаю, что этого делать нельзя в этой игре. Так, вот так подвинем. Чтоб места побольше было. Да, пиздец, тотем дамажит. Я такого не ожидал, кстати. А плюс у меня скорость передвижения увеличивается, когда я скиллы некоторые использую. Опа-на. Играю я в лиге Essence, кстати. То есть, ну, не с одной жизнью. У меня тут не одна жизнь. Я уже и так в этой игре до хера умирал. Я думаю, не имеет для меня смысла пока с одной жизнью играть. Потому что я фижу, по сути. Опа-на. Опа-на. Бля, пиздец, я сейчас чуть не умер. Хорошо, у меня есть колба, которая 1000 брони дает. Отлично. Пиздец, я даже кольцо подобрать не могу уже. Ни хрена себе, я себе колечко хорошее подобрал, походу. Но мне скорость регенерации маны повышает вот это кольцо, потому я, наверное, не буду менять пока. Да. Да. Пусть пока так, вот какая у меня амуниция есть, пусть такая остается. Итак, опять я тут. Я очистил рюкзак, ну, то есть летал на базу, там, продал хлам, который не нужен был. Что еще интересно в этой игре, да, то, что тут валюты нет, то есть голды там или еще чего-то. По сути, это продаешь только там за обрывки свитков, там, за такое... Да, как я сказал, это, скорее всего, уже путь на новую локацию. Оп, враг откуда-то. Странно. Думал, всех уже тут убил. Кстати, насколько я понял, эту игру недавно в Steam запустили. То есть ее до этого вроде в Steam не было, когда я еще давно играл. Вот, то есть эта игра теперь есть в Steam. Ну и, соответственно, да, я сразу к Steam привязал.
Оп. Видите, я пассивно, у меня пассивный скилл, то что я кручусь, когда меня атакуют. Ну это как пассивка Акс, как я уже сказал. Так, проход на следующий этаж. Как раз мне на крышу надо, насколько я понял. Ну, не на крышу, а на верхний этаж. Я имею в виду. Да, пиздец, топор дамажит. Ой, этот, как его, тотем. Блин, такой же этаж почти, как и предыдущий. Отлично. Отлично. Странно, у меня так много брони, а все равно я урона что-то получаю. Как-то, мне кажется, слишком. Ну, должен меньше получать. Как мне кажется. Вот видите, я по ХП проседаю, да, как? По идее, блин, у меня. По сути, у меня 50% где-то урона гасится. Ну, благодаря броне, я имею в виду. Потом меня, конечно, смущает то, что меня так дамажит. Ух, вы видели? В смысле, меня, по сути, меня ваншотнули сейчас. Пиздец. Как будто я с каким-то боссом, я не знаю, сражался. Ладно, я думаю, для ролика хватит. Вот так вот, не буду спойлерить дальше. Я думаю, скоро уже акт 4, вот после этого задания у меня будет. Вот как-то так. Тут, походу, что-то на типа императрица, ебать. Даже что-то на типа босса бегает, пиздец. Ладно, как-то так.